Ребята, ну что, мы приехали. Пансионат Южный Парус. Вот такая территория. Солнышко светит хорошо. Конечно, не в Краснодаре. Жара 22 градуса. Тут градусов 16-15 в Анапе. Но в целом хорошо. Друзья, привет! Я еще не была в кадре, так что здороваюсь. Вот и наступил наш отдых. Мы приехали отдыхать, тусить, развлекаться. А идем давай через дорогу сразу. Прям через дорогу, а что, нет перехода? Не знаю я. Мы тут не местные, мы ничего не знаем, мы не местные. Здесь мы по наехе. Вот, дорога у нас была хорошая, доехали мы, можно сказать, быстро, только приехали и с Дариной сидели еще, наверное, часа полтора в машине, потому что она просто уснула на моих руках, и мы сидели, отдыхали с ней, короче, пока Игорь все перетащил. Парились. Парились просто в машине, да, на улице так прохладненько. 22 градуса, ну хорошо. Сейчас мы идем к морю. Ветер. Да, Дарина будет первый раз на море. Первый раз ее. Так что обязательно это все дело заснимем. Все, оставайтесь с нами. А мы начинаем наш отдых. Ура! Отдых без путевки! Да ладно, она у нас есть. Да? Да, мы не зайцы. Давно я не здоровалась, давно я не была в кадре. Как-то у нас один день пошел не очень. Точнее, так себе, потому что что-то я тоже себя очень плохо чувствовала. Дарина у нас болела эти дни. И мне кажется, я уже сдалась. Точнее, мой организм и немножечко себя чувствую как-то не очень. Вот. Что у нас интересного? Мы уже как день на отдыхе. Отдыхаем мы в отеле в Анапе. Хорошо. Мы попозже сделаем, заснимем наш рум-тур, сам отель заснимем, расскажем про еду. Потому что мы пока не успеваем и на завтраки, и на обеды. Точнее, мы успеваем уже под конец, когда уже все собирается. Потому что очень неудобно
под наш сон, под сон ребенка. Когда все обедают, ребенок спит, когда она встает, уже обед заканчивается. Короче, вообще неудобно, поэтому мы просто на последнем издыхании бежим и завтракаем, обедаем. Ужин вообще в 6 часов, это очень для нас рано, потому что Дарина привыкла есть в 8 вечера, но я вообще не ужинаю. Вот, так что, короче, как-то прям... С едой пока натяг, поэтому не можем нормально заснять вам полноценный шведский стол. А какие у нас сегодня планы? Уже, наверное, прошло полдня. Мы спали с Дариной почти. Точнее, Дарина спала полдня. Поедем сейчас в Элбери, заберем заказик и посмотрим, какие есть парки аттракционов в Анапе. Хочу, чтобы Дарина покаталась. Может быть, погуляем по... набережной или сходим на пляж. Короче, как все получится. У нас всегда все спонтанно, мы все планируем. А в конце концов у нас получается немножечко по-другому. Вот. На улице хорошо, погода прекрасная. Ну, конечно, хочется немножко потеплее, но я понимаю, что это всего лишь май. Но я думаю, мы вернемся сюда еще летом, чтобы хоть покупаться. Игорь сегодня уже искупался в бассейне. Не знаю, снимал он или нет. Говорит, что вода 29 градусов. Короче, он даже успел загореть. Что будет с ним летом, это непонятно. Так что, ну что, поедем? Ну что, выбрались мы наконец-то на море. Погода такая... В принципе, теплая, но еще не жарко. Дует ветерок, местами холодный, местами теплый, еле-еле теплый. То есть купаться никто не купается. В бассейнах у нас купаются, плюс 29, вода подогреваемая, но на море нет. В принципе, народу тоже особо нету, как вы видите. Ребятки, привет! Сегодня очередной день, немного пасмурный, в Анапе парус. Еду ремонтировать машинку, потому что мы по
пока ехали, что-то начало у меня хрустеть в районе двигателя снизу. Вот, спросил у одного человека, ну как человека, он человек, да, но у вахтера спросил, что можно сделать, где, куда обратиться, тут на что, и мы же ничего не знаем. Ну, посоветовали там пару номеров, сейчас поеду, покажу нашу машинку. Скорее всего, внутренний шрус, вероятнее всего он. Ну все, погнали. Ну что, дубль 2. В итоге я съездил к одному мастеру, который мне посоветовали тут в отеле. Искали причину, не могли никак найти, что же там могло быть с машиной. Какой-то хруст, когда едешь, непонятный. И в основном, когда тормозишь, прям этот хруст очень слышен. Грешили на шрус, в итоге посмотрел, вроде бы сказал, что скорее всего не шрус, ничего криминального нету. Думаем, наверное, возможно, подшипник неправильно установлен, либо, скорее всего, выше устроя уже, либо ступица. В общем, я купил подшипник, ступицу он сказал потом, если что, нужно будет купить. У него там сейчас машинка, я отъезжал к себе в номер, нам в номер. Пообедал, немножко передохнул, сейчас поеду обратно, посмотрим, что будет дальше. Ну что, дубль 3. Приехал, сделал я свою машину. Попался хороший мужик, которого мне посоветовали тут, в Южном парусе. Если все будет хорошо, я думаю, все будет хорошо, потому что все поменяли уже нормально, то я внизу оставлю в описании его номер и подробное примерно, даже не примерно, а адрес его бокса. В общем, значит, что у меня было сегодня за весь день. Искали-искали причину, какого у меня хруста. Ну, хруст у меня был во время езды. То есть, когда тормозишь, еще более этот хруст был слышен. Во время езды хруст был постоянно такой. Хур-хур-хур-хур-хур. А мужик нормальный. Он не стал там что-то загинать цены и так далее. Он все смотрел. Он смотрел внимательно. Мы с ним два раза проехались по кругу. Ну, по кругу как? Так, по общим дорогам проехались, он услышал этот хруст. Сначала потянул всякие гайки, какие могли только быть на колесах. Все проверил, привода, правый, левый, шрузы. Говорит, тут все нормально, критично ничего нету, надо смотреть дальше. Поставили машину выше, в итоге стали колеса крутить. И услышали с левой стороны такой именно хруст, который был у меня по дороге. Вот. В итоге, когда сняли колесо, да, обнаружили то, что... Когда крутишь сам, как он, подшипник и ступицу, вот этот шум прям именно слышен, такой хур-хур-хур-хур-хур. Видимо, кто мне вставлял, как раз я машину в предыдущем видео, которое вы видели наверняка, было написано, что я подготавливал машину, и кто мне машину делал, уже другой совсем мастер, быстро-быстро я у него случайно, он заметил то, что у меня подшипник уже гудит, говорит, давай я тебе поменяю, ну давай. В общем, мастер непроверенный оказался, в итоге он мне подшипник сделал неправильно, не запрессовал его так, как нужно. То есть тут, который в Анапе, мне мужик, он нормально меня взял, у него стоит станок прессовальный, поставил как нужно, запрессовал, и все получилось отлично. А тот, который мне делал в Калуге, он просто взял кувалду, кувалдой запрессовал, как бы, и все. Ну вот как раз таки я проехал 3000 километров, и подшипник у меня приехал. Вот. В итоге все поставил аккуратно, нормально, без всяких там, все рассказал, показал. Хотел, кстати, тоже видос снять, но мужик сказал, что... Не надо, в общем, если бы ты сам менял там, то ладно, снимай, тут как бы, ну зачем, ну в общем, ладно. В общем, суть такова, то, что, в принципе, все получилось у меня, надеюсь, и тут есть тоже мастера, так что, если у вас что-то с машиной произойдет не так, можете смело обращаться. Ну, а что, я уже тут, у нас время ужина, 6 часов вечера, я целый день промотался, сейчас пойду своих искать и пойдем кушать. Ну что, попробую найти моих зайцев. Эй, привет! 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 Пошли! Вот так встречает меня. Пошли! Пошли! О, кто тут кушает? Ребенок от меня сбежал. Она хоть покушала чуть-чуть. Идем кушать. А, пошли.
Ну вот мы и поужинали. Вкусно было? Обалденно. Да. Готовят, потом... кстати, хорошо. Как дома. Так вот, я так и не досказал, потому что быстрее торопился на ужин. Сколько денег ушло? В принципе, особо ничего и не ушло. 1500, нет, 1300 стоил сам подшипник. 1300 пришлось поменять сам суппорт, потому что, видимо, когда его меняли уже много раз, либо, может быть, последний мастер в Калуге, криворукий, когда менял, на нем была риска, то есть подшипник до конца не доходил, и если он даже доходил, то получается он становился по диагонали. Соответственно, колесо, оно ходило восьмеркой, не сильно, но ходило восьмеркой. 1300, получается, стоит сам суппорт. 1300, повторюсь, стоил подшипник, и 1500 работы. В итоге 400 у меня вышло. В принципе, не особо дорого. Ну и полдня, конечно, я прозевал. Прозевал на отдыхе полдня. Я сегодня не появлялась в кадре. Мы уже как третий день на отдыхе. Нам классно. Супер. Игорь сегодня целый день делал машину. Это он уже сказал. А мы вдвоем с Дариной то гуляем, то кушаем, то еще что-то делаем. Короче, чилим. Потому что сегодня не прям тепло, но солнечно. Где-то 15-16 градусов. Поэтому просто отдыхаем. Солнце там у тебя темно. Да, я темно получаюсь, а вот так вот нормально я получаюсь. Как папа начал катать Дарину. Ну что, сегодня мы завершаем этот день. Сейчас пойдем, кстати, сейчас покажем, что мы купили, заказали в Wildberries и что мы сейчас будем делать Дарине. Да? Пойдем. Так, ну что, будем смотреть, что мы заказали. Дарина очень долго болела. И в больнице, когда мы лежали один день, ей делали ингаляцию. И прописали тоже ингалятор. Поэтому мы решили приобрести такой вот ингалятор. Вот. Зашла на Wildberries, посмотрела, что хорошие отзывы. И, в принципе, был он недорогой, за 1800. Когда в аптеках какой-то непонятный стоит 3000. Вот. Поэтому пока сейчас мои гуляют,
я буду изучать и смотреть, что тут находится и как все это делать. Доброе утро! Сегодня прекрасный, замечательный день. 5 мая, день рождения Дарины. И мы его встречаем солнечным, теплым денечком. Сегодня день обещает быть жарким. У нас сегодня много интересностей запланировано на целый день. Вот. Спать, спать, спать. Ну, это... И кутить, кутить, кутить. Да, как это только две вещи совместимы. Она любит кататься там. Нет, сейчас только утро, всего лишь 9 утра. Мы только что позавтракали. Позавтракали, да. Вкусно, плотно. Вот. Можно на боковую. Да. Они сейчас будут гулять, а я пойду купаться, готовиться к нашим интересностям, которые нас ждут. Только вот у нас одна проблемка. Да. Подарок Дарине мы забыли дома. Ну ладно, мы ей подарим впечатление, а домой приедет, уже будет играться. Вот. Да? Дарина, сколько тебе исполнилось? Скажи. Два скажи. Два. Скажи, мне два. Да, давай. Мне два. Ой, какой день. Дарина, тебе нравится? Да, скажи, да. Ну что, папа, будет заплыв? Ну что, да, мы же приехали сюда, ты чего? Ты заплыла. Сегодня-то в день рождения дочери. Надо окунуться в купели морской. Обновиться, что ли? Обновиться, да. И еще на год. Следиться на следующий... Год. Нет. На следующее действие. Да. Ножки свои. Это песочек. Смотри, песочек какой, песочек. Песочек. Сейчас папа купаться будет. Идем сюда. Смотри, папа, как плавает. Водичка, скажи. Бодрящая вода, бодрящая, прям вообще огонь. В начале мая. Это даже не холодная вода в бассейне, там я даже не знаю, сколько градусов. Градусов может быть 12-15, не знаю, прям туда окунаешься в соленую воду, и прям тебя так бодрит, резко так,
по всему телу. Сегодня 5 августа, и сегодня отличный день. Ровно 2 года назад родилась Дарина. Сегодня у нее день рождения. И по этому поводу мы сегодня пойдем вечером в какой-нибудь ресторанчик кавказский. Ну, не какой-нибудь, мы, вернее, его уже выбрали, заказали столик. А пока мои спят, поеду где-нибудь в Анапе, поищу цветы и воздушный шарик, ну, который летает. Не знаю, попробую найти, потому что тут по улице я где-то... Ну, когда ездил, ничего не нашел путного. Вообще даже ничего нет тут близко. Пойду в город, поищу что-нибудь. Посмотрим. Ну что, нашел цветочки. Сделал 3 шарика. Искал цифру 2, но цифра 2 везде метровая. Она очень огромная. Поэтому решил другие шарики. Потом покажу. Короче, решил сделать такой сюрприз своим. Ну, правда, конечно, в песке не очень я хорошо пишу, но получилось вот так. Дарине 2 годика. Ну что, мы в ресторане Мацони. Извиняюсь, мы в ресторане Мацони. Тут много так народу. Много народу ждут на улице. Хорошо, что мы заказали заранее. Ну, как приехали, в принципе, мы 2 числа или 3 заказали сразу столик, потому что если мы бы не заказали, то мы бы просто сюда не попали. На улице прекрасная погода, и тут открываются витражи. То есть, в принципе, ты находишься в ресторане, но то, что витражи открываются, как будто ты на улице сидишь. Ждем наш заказ. Тут есть, кстати, игровая комната. Сейчас мои играют в игровой комнате. Пока мы ждем наш заказ.